хорошее настроение было в конце разминки у спортсменов, которые, как им видится, здорово поработали. Ну а сейчас им предстоит еще и хорошо выступить. «Танго в небе». Петр Дранго исполняет это произведение, а катаются под эту музыку Елизавета Романова и Валерий Назаров из Пермского края. Все хорошо, очень эффектное танго, очень органично, мне кажется, смотрятся в этих образах спортсмены. Если уж брать танго, ну, ни одной же Кармен живо мировое фигурное катание и история музыкального сопровождения тех или иных программ. У Петра Дранги, как мне кажется, вполне музыка соответствует такому сложному, страстному и яркому танцу, как танго. Единственное, наверное, у меня даже не замечание, а вот такая пометочка в этой программе. Два заключительных элемента. Тодес,
сложный назад наружу и совместное вращение спортсмены исполнили ну, практически на одном и том же месте. То есть вышли из Тодеса, сделали некое па руками и тут же вернулись в ровно тот же самый круг для того, чтобы исполнять вращение. Вот это прям сразу бросилось в глаза, а все остальное просто здорово. Хорошее покрытие катка, вот вы видите, близко к бортикам исполнили поддержку спортсмены, здорово исполнили оба выброса. Ну а вот как раз и Тодес, и после этого Тодеса прямо здесь же, в этом круге, было исполнено и заключительное совместное вращение. Но в целом видно, что значительно выросли по сравнению с прошлым сезоном эти спортсмены.